знаете, зачем я сцену переключаю, потому что это тоже пойдет под запись, так как саппортов, записанных для YouTube, у меня крайне мало. В последнее время я постоянно вам делаю ролики, кстати, не катки, а всякие разговорные, я надеюсь, они вам нравятся. Но сейчас будет катка. Сейчас будет катка. Хорошая. Так, погнали. Романыч в чате бронзу получает. Поздравим, чат, поздравим. Поздравим. Ромыч не дождался просто. Не стал терпеть, наверное, вот это вот все. Блин, я не знаю, что взять. Значит, я дважды попаду в видос? В смысле, не понял. Ой, испугался Рома, блин. Ромыч, у тебя значок бронзы, я тебе потом покажу. На экране ожидания его видно. О, у Ани платина, а у Ромы бронза. Ой, лол. Здорово, Тургеныч, здорово. Тургеныч такую катку пропустил, да господи. Хватит делать в конце записи. Ладно. Играешь за Лунтика? Да, хочу скин посмотреть. У него... Почему они перестали делать... Greetings. Почему они перестали делать скины со специальными эмоциями? Потому что Лунтик не выглядит, он так классно, ё-моё. Почему дистанционно? Все ж пошли уже, ё-моё. В смысле перестали? А какие? Ну, её последние скины все, которые смотрю, там нету специальных эмоций. Это фармич. Вот это фармич, блин. На хель же будет. На хель это понятно, это Т5. Если бы на хель не было, это вообще был бы такой... В аватарных есть. Ну вы же не сравниваете, ё-моё. Чё, парни, бедолаги, не можете, да? Не застилит он? Состилил, что ли? Понимаю. Плохо. А чё у меня... Ауч, я думал, что прокачать слишком долго. Исправил ошибку с залипанием клавиш? Да, конечно. Ой-ой-ой-ой. И Чулиан. Слава богу, не Герсия саппорт, а то руина была. Ну, Герсия слабый саппорт, как я вот сильный. Как тебе урон, дядя? Тихо-тихо. Братик! Ну я пытался, он очень слабо сыграл. Я сильно сыграл. Чему он подумал, что я врываюсь и надо прыгнуть? Ну ладно, ладно, бывает ошибка, ничего страшного, ошибка бывает. Мы не переживаем. Хачиман норм. Да, его крипы надамажили жестко на самом-то деле. Мне покоя хвост, конечно, не дает. Не смотри на хвост. Чет, не смотрите на хвост, пожалуйста, у Ганеши. Не нужно. Хвост и хвост. Это не пробка. Это просто хвост. Ой, не то качнул. Из-за вас, чат, блин. Гори в аду теперь. Чат, не смотрите, не смотри. Просто не смотрите. Не-не-не, не пробуй, не пробуй драться, не пробуй под крипами драться. Пачку для ДК подержал? Я всегда держу пачку для ДК, я же не нуб. Я еще и урон попринимаю, смотри, даже с условием, что у меня хп нет. Вот это саппорт, понимаешь? Здорово, Сабудай, здравствуй. Пойдем попробуем. Ой, блин, вард поставил тоже. Да, пожрать бы, конечно, не помешало. Донати бот он. Ля, какой, Андрей, пятихатка, ничего себе, ты что, псих? Спасибо огромное. Кто-то в ролик хочет попадать постоянно, давайте похлопаем Андрею. Сумма-то внушительная, ё-моё. Андрей, спасибо огромное. Петрофанчик это очень много. Вы заслужили эту победу, так возьмите ее. Хорошо, Турген, возьмем победу. Спасибо большое за пятихаточку. Ай-яй-яй-яшечки, я-я. Ко мне, ко мне. Ништяк, пацаны, сегодня кайфуем. Да, сегодня, походу, дело в натуре кайф. Тихо-тихо. Ой-ой-ой, хорошо.
Джибошим его, джибошим. Хорошо. Простанчик дай, простанчик дай. Я его цепану и выжечу. Я не знаю, что я делаю, но я пытаюсь... Нет! Убить? Хорошо. Хорошо. Чат, работаем. Ребята поддерживают в чате, ё-моё, спасибо огромное. Блин, спасибо огромное, ребят, спасибо. Здорово, Антек. Сегодня кайфуем. Сегодня кайфуем, не то слово, походу, дело. Пропустил катку за Сильванус и зашел под самый конец, когда дабл сделал. Хорош. Андрюх, спасибо тебе большое за донейшн. Это прям жесткий донейшн. Кушек, спасибо за ресап. Ничего себе. Что за день-то сегодня? 2 сентября, даже не 3. Кушек, спасибо большое. Добро пожаловать, как говорится. Добро пожаловать, как говорится, официально на канал. Когда-нибудь, когда-нибудь у меня будет много сабов и будет много смайликов. Но пока так, только так. Скидки? Не, я понимаю, что скидки. Ребят, там скидки, кстати, если что. Я имею в виду то, что я стартанул стрим, и мне такие там, ну, подарочки, бонусы там. И все такое. Спасибо огромное, ребят. А что, дети в школу пошли? Да, прикинь, я сам в шоке. Недавно с девушкой разговаривал, типа, по этому поводу. И мы порадовались, то, что нам в школу не нужно. А потом я в 7 утра проснулся и пошел на работу. И такой, Нужно воина позвать на стрим. Я не знаю, кто такой воин. Да-да-да, мой косяк, мой косяк. А чё, будет атака какая? А. Братское сердце, убьем его или нет? Я не знаю вообще. Дерись! Хорошо! Вот это жестко было, блин. Оу, щит. Оу, щит. Слон Лунтик вообще жарит. Без регистрации смс. Он просто на стриме Архикота подарил 30 подписок рандомным людям. Блин, жестко. Но это... It's a miracle. Это вообще для меня что-то необычное, Тургеныч. Я недавно был на стриме у человека, которому подарили 900 подписок, чтобы ты понимал. 900, чтобы ты понимал. Но у меня вообще подарочных подписок, кстати, мало. Да и пофиг, за один стрим, да. Сколько ММР? Мало, я слился опять, 1750, по-моему. Всего-то 900, что так мало? Да, всего-то на 300 тысяч рублей, по-моему, что-то такое. Вот это я закрыл его, блядь. Чел, ну чел, ладно, я тупанул. Вот и все, ём, ничего я не тупанул, все хорошо. Фармим дальше. На 450к, если без скидки? Да. С таким-то хвостом. Чат, не смотри... Это мой косяк, ладно. Чат, не смотри на хвост Ганешика. Просто не смотрите на хвост. Что это было? Молочный отдел. 175. Деньги кто-то тратит с карты, ё-моё. Я не видел этот ульт, закрыл ладошкой. Вы можете, кстати, закрывать ладошкой, чтобы, ну, не видно было, что происходит. Ну, если дичь какая-то. А ты знал, если дарить подписки с компа, то 399, а с телефона 490? Не, я не знал. А сейчас же скидка еще. Ну да, с могилы скидки не работают. Серьезно? Интересно. Я хвост... Стримера... Да в смысле стримера закрыл большим... Не понял. Да хватит. Нет, ну правда, чат, вот. Ну это прям цветочек в попе. Ну типа, лол, это же мило. Покчамп, ну это же мило, типа. Thanks.
Все, он ушел, Гера, можем идти дальше. О, это что такое? Так. Ой, поймал! Нет, на границе почти поймал. Почти на границе поймал. Хотел политическую шутку сказать, ну ладно, не буду. Зачем сказал только на хвост? Бумч, побивай. Хорошо. Нехорошо. Хорошо. Надо помочь. Тихо. Стань. Хорошо. Он умер, брат. Он умер. Хорошо. Стан. Ой, сколько же дома. Поймал, умер. Как же... Что? Уже этот пришел? Ау. Здорово, ребят, здорово. Настроение просто пушечное. Спасибо вам за это настроение. В принципе, да, спасибо вам. В принципе, я сам, ну, рад. Ну, типа... Роза... Это не Роза, у него в жопе. Ну, в смысле? Блин, если будет топовая катка, я ее выложу и назову как-нибудь, типа... Не смотрите на цветок. Что-нибудь такое. А вы посмотрите эту катку, если я выложу такую катку? Так а чё? Надо было атаковать. Ох, ё-моё. Как новый скин? Ну вот этот, конечно, еще топовый. Хорошо. Музыка кончилась, стало тихо, страшно. Страшно за цветочек стало. Так, что там по музыке-то? Мне понравился, кстати, плейлист. Мне понравился, да. Не знаю, что. Я ауры, я люблю ауры собирать. Для команды, если честно. 18+ за хвост дадут? Так, ну блин, ну это ж... Ну нормальный хвост, чего я не пойму? Откуда у самого мирного существа во вселенной нет одного бивня? В смысле? Не умри, братик. А номер? И этот умер. О-хо-хо. Блин, ну саппорт, ну, конечно, крутой, но согласитесь, он контрит все в этом мире. В этом смайтовском бренном мире он контрит все на свете, чат. Лунтик уже не тот, это да. Стань. Блин, да классно, конечно. Как вам не нравится, я не понимаю. Так. Контры только попадать надо всем, ну и что? Смотри, сколько вообще контроля, господи. О, это ульт, что ли, был от этого? Че нет? Стан, будет еще один? Нет, видимо, нет. А, помощи не будет, я понял. А он там еще стоит? А. Хорошо.
Да блин, ну команда, где, где команда? Не, сейчас тупо было, сейчас тупо было. Это очень плохо было. Я так и не понял, почему к нам никто не пришел, если честно. Хвостик забрали. Чат, не смотрите на хвост, чат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Команда фармит не мешает, ну ладно. Может быть, кусари собрать? КЗ вообще. Ладно, пока не знаю. Здорово, Рю, здорово. Поставил 1, списали 15. Так там за участие же еще нужно списать. Сейчас. Так, чат, меня сейчас убьют, чини. Ой-ой-ой, он даст. Ой-ой-ой, он очканул, дурил, картонная. 200 хп у меня осталось, он бы меня мог убить вообще изи. А стандартный, конечно, так же жопа. Да хватит смотреть на его жопу. Подумаешь, цветочек в жопе. Ты можешь со стороны посмотреть? Вот смотри, скин новый, да, на Ганешу. Это хвостик или цветочек в жопе? Это же хвостик. Хвостик, правильно. А я им говорю, не смотрите туда. Они смотрят, говорят, это цветок в жопе. Меня больше смущает, это Ганеша? Это Ганеша, да. Ну, у него классный скин новый вообще. Ой, а че их так много-то в меду? А, там этот гангнул, смотри, что сделал. Блин, если он его... Немножко неправильно нежа делает на самом деле. Нет. Хорошо. Не, ну это идеальный, конечно, я считаю. Вы так не считаете, чат? Господи, она просто исчезла куда-то. Вы видели ее? Она вроде как была и перестала быть. Что это было? Паучиха, ё-моё. Так, что мы делаем? Пойдемте, пойдемте. Что мы здесь делаем, Меду? Здорово, Ратурин. Здорово, здорово. Здорово, Кихлолик. Привет. Здорово, Дребис. Помню. Здорово. Она испарилась. Но она типа была, да, и перестала быть. Да, да, да. Большого, большого, брат. Большого, большого. Не маленького. Хорошо. Конечно, пока там забайтил, мы убьем сейчас этого. Но он почти, кстати, Феникса снес, если что, держу в курсе. Ля, со скоростью так как бы, ля... А, не сдались! Ну и что, такую катку выкладывать на YouTube? Я даже не знаю, неинтересно, скучно, не знаю, они сдались. Хз, вообще, хз. Чат, такую выкладывать на YouTube с цветочком? А скучная же была, не? Ладно, может и выложу.